Всем здорово, с вами Найт, и мы продолжаем проходить Доки Доки РПГ. И сейчас у нас, по идее, должна быть схватка с протагонистом. И нас тут говорят то, что готов, пойди попей чайку, подкачайся чуть-чуть. Но я, в принципе, готов с ним сражаться. И в прошлой серии мы просто с Монькой посидели, пообщались. И она такая, ну окей, я повышу уровни D и все. Хорошо, это не займет много времени. Хорошо, тогда пошли сейчас к этому говнюку. Нравится? Я знаю, что это просто извилистая дорога, но я построил твою любимую девушку. А, ну я поставил твою любимую девушку в качестве фона. Я хотел, чтобы ты знал о том, что ты забрал у меня. Мое счастье. Я уничтожу тебя, Моника. Ну уже, подойди ко мне, чтобы я мог взглянуть тебе в глаза, пока убиваю тебя. Типа, если твоя девушка это черная дыра, то как бы у тебя... у меня для тебя плохие известия, чувак. Окей, как бы я могу сейчас тогда... А, я могу сейчас тогда пойти к нему, а могу пойти от него. Не, как бы, чел, ты извини, конечно, но я пошел нахуй от тебя. Ты не особо мне интересен, так что я не хочу с тобой говорить, а тебя говно и воняет. Мне интересно, от него уйти далеко, как можно, как только можно, можно или нет? Если же можно, то как бы пока, чувак, мы с тобой посражались. Вот такая вот серия по Доки-Доки получилась. Тем, кому понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорой встречи. И, блять, мы, кажется, к нему сейчас идем. Ну, господи, а ну какого хуй к тебе-то надо было идти? Скорее всего, он какую-то дорогу, блин, просто сделал зацикленную, а? Вот если мы к тебе со спины подойдем, вот ты охуеешь или нет? А? Ну, бу, сука. Вы готовы умереть еще раз? Мы готовы дать тебе только... Блять, а мне интересно, а что за прикидончик у Нацуки? Как будто, я не знаю, она в какой-то во все черное оделась. Все в школьной форме, а Нацуки прям во всем черном. Как будто в траурном. Так, атака, атака... Так, за Монику давайте атаку, за Сайори атаку, за Нацуки. За Нацуки, ща она тебе такую пиздень устроит, то что ты, я не знаю, так, не то. Давайте сделаем, поджарим и атаку за Юри. Мне интересно, какой по нему дамаг будет сейчас... Да мы сейчас с ним разберемся. Я уже думал то, что я пока что похожу, покачаю... Ой, блядь. Как бы я немного беру свои слова обратно, так... За Монику мы делаем атаку, за Сайори кодирование. Так, обнимает цель от души, такой может кого угодно воодушевить. Так, грустная улыбка. Я просто сейчас вспоминаю, какие тут плюхи есть у Сайори. Потому что нам Монику надо бы ее как-то... Так, спустить следу, медвежье объятие. Так, грустная улыбка возвращает всех в нормальное состояние. Те почему-то потеряли контроль, не может лучше, чем лицезрение улыбки Сайори. Всем хочется посмеяться вместе с ней. Так, за Сайори тогда предмет. Кексы, котет приготовлен Нацуки, все просто обожают, восстанавливают 25% от максимального хп. Вот, сделаем сейчас тогда это Моники. Моники, да Монику давай мне сюда. Так, сделаем сейчас мою любимую пожарку и просто атаку сделаем, да и все. В принципе, он не такой уж сильный, так что мы должны с ним сейчас очень-очень даже быстро справиться. Он что-то, блин, очень быстро Монику начал кастовать, то что, типа, пизды ей давать. Ладушки, скотина такая. Так, сделаем тогда атаку, делаем за Сайори предмет кекс на Монику. За Нацуки нашу любимую поджарку. И за Юри тоже атаку. По идее, у него уже сейчас после Нацуки не должно быть где-то даже... Да, даже половины хп не должно быть. Ну, сейчас по всем, что ли, ударит или нет? А, только по Юри. Окей, раз ты по Юрцу решил, то нормально. Все-таки от него атаки такие, но они самые-самые такие, ну, мало... малоцельные, то есть от них очень-очень мало толка. Так, берем кодирование, поджарим, и мудила, готовься, сейчас будет препер Юранус. Блин, жаль, что Нацуки сейчас мало ударило. Так, сейчас мне надо бы сделать следующее. Так, атаку сюда, не кодирование, блять, а где тут это? Вот, кекс сюда. Мы же не зря столько кексов тогда накупили. И нам надо бы их как-то израсходовать. Так, за Нацуки опять поджарку.
И опять атаку. И просто смотрим, наслаждаемся. Я не знаю, я после вот этого Доки-Доки РПГ, я не знаю, если у меня будут еще силы, то я бы хотел еще поснимать, это будет немного неоднозначный видос, то что просто хотел такое, а почему бы мне не поснимать Battlefront такой, а почему бы мне действительно его не поснимать, в Epic Games как раз раздавали его, и... За Моньку мы сейчас сделаем атаку, за Сайори атаку тоже, за Нацуки поджарку, блять. А в смысле? Окей, окей, тогда давайте, так, бросить плюшку. Так, это всех какое-то время пора их выпустить. Так, давайте печь сделаем и просто атаку. Затем мы сделаем так, то что за Сайори мы пополним Нацуки ХП, ой, точнее МП. И будет вообще очень даже круто. Только Нацуки не убивай, скотина. Ну, Монику, окей. Как бы тебе будет сейчас пиздец вдвойне. Так что мы берем, делаем сейчас за Монику уже. Так, протеиновый бантончик. Так, 25%. Давайте чай мы сделаем. Сделаем его на Нацуки. Блять, на Нацуки где? Вот, Нацуки. Делаем атаку. Делаем... Ах ты же, блять, я не могу сейчас кодирование сделать, ладно. Так, недовольство. Ну тогда давайте тоже атаку и атаку. А по идее сейчас должно быть все нормально. Да, МП-133 у нас сейчас стало. Так, на этой копии уже образовалась вмятина. Я рад за то, что вмятина образовалась. И самое главное, то, что он не пизданул сейчас Нацуки. И мы сейчас просто все дружненько, вот просто, как кот Леопольд говорил, то, что «Ребята, давайте жить дружно!» А теперь давайте дружно вломим ему пизды. Давайте. И наслаждаемся тем, как протагонист получает заслуженное. Вы не убьете меня. Я, это вы все. Вы нуждаетесь во мне. Мои счастливые мысли. Я не могу перестать делать больно, но оно давит на меня. Такое ощущение, будто у меня все сердце болит. Сосредоточься, Сайори, я знаю, что тебе тяжело, но ты должна его вылечить. Если с его здоровьем порядок, то он счастлив, верно? Я постараюсь. Типа... Чего? Ага. Окей. А нам, по идее, сейчас что надо делать? Типа... вот эту вот херню, да, как-то сделать. Так. Я сейчас просто думаю, что надо сейчас делать. Мод же добыть, может быть, нам надо бы сейчас так, с манипуляцией удаления, ослабления бури, милая улыбка. Стоп, а милая улыбка начинает кому-то мило улыбаться, извлекая из его любого негативного эффекта. Во, это мы делаем сейчас тогда на... Да господи, Сайори. А, я думал то, что у Сайори какая-то проблема. Ладно, тогда кодирование, где там приободрить. Так, может кого угодно воодушевить. Давайте. Ничто не может лучше выслезреть этой улыбки. Ладно, вот эту сейчас сделаем хуйню. И по идее, если меня сейчас надо будет делать... А, чё, все? Я на врага не могу их использовать? Ладно, тогда не то. Такс. А мы можем? Мы можем. А, во, все. Спираль... Блин, мне вот этой говно надо сейчас опять ХП повышать. Ладушки, так, делаем сейчас тогда следующее. Под названием делаем кекс для Сайори. Где Сайорик? Вот, делаем сейчас тогда, так, сосредоточься на мне. И, в принципе, если это то, о чем я думаю, то просто игнорирую их, уже привыкли к этому. То мне надо будет сейчас повышать ХП вот этой вот твари. Ну что, давай... А, половина ХП, это мне уже нравится. Я думал то, что придется сейчас как бы очень долго это делать, но как оказалось, то, что это не так уж и долго. Так, с кодирование. Так, просто милая улыбка. Просто сейчас кодирование настоящая улыбка. Так, никто не может лучше лицезреть извлечение улыбки Сайори, всем так и хочется посмеяться вместе с ней. Так, если те почему-то потеряли контроль... Медвежье объятие. Не, я лучше сделаю вот так вот. Да, так, это не то. Во. И делаю.
В принципе, я кекс сейчас на Нацуке опять использую, потому что мало ли с ней как-то надо будет мне потом взаимодействовать с Нацуки, потому что это у меня самый имбовый персонаж, который печет кексики. Так, и делаем просто тогда защиту. Так, за Монику мило улыбаемся. А, понятно. Так, с этой повысили ХП. Ну, по идее, сейчас еще один разик, да и все. Как бы... Юрий, ты потерпи, совсем чуть-чуть осталось. Так, берем, делаем... так, кодирование это не то. Во, предмет. Кекс. И делаем сейчас тогда его Монике. Затем делаем кодирование настоящая улыбка. И Нацуки просто защиту, Юрий защиту. Все. По идее, сейчас мы должны приободрить вот эти вот счастливые мысли, точнее, спираль мыслей. И все должно быть нормально. А, не, еще один разик, нам надо это сделать, ладушки. Тогда делаем сейчас следующее. Защита, кодирование, настоящая улыбка. Какого хрена ты в себя? Так, защита, кодирование, настоящая улыбка. И сюда. Все, защита, защита. По идее, сейчас должна только сделать вот это вот. Сайори свою херню скастовать, да и все. Так, сы. Зяй, это вы все! Ну хватит это ты говорить, а! Не-не-не-не-не-не-не. А, теперь нам надо бы отпи... Так, Моника... если нам бы надо ее как-то подпиздюлить, то... В принципе, сейчас сделаем вот так. Затем мы делаем... не кодирование, а что там? Кодирование так... посмеяться вместе с ней, если тебя почему-то потеряли контроль. Так, все в порядке, делаем. Да давайте на всех сделаем. Нацуки, кодирование нашу... Да, блядь, какого хрена нету, а? Окей, бросим тогда плюху нашу. И если... Да, вот тут теперь надо сносить ХП. И сколько ХП? Ну, не так уж и много, но... В принципе... Надь, не смотри на меня так, мы все уже в курсе, что я занимаюсь этим. Да я ничего не осуждаю, не смотрю. Так, нам надо бы сделать сейчас следующее. Предмет, чай, протеиновый батончик, не самое то, что отрубаться. Так, давайте чай сделаем это на Нацуки. Делаем чай тоже на Нацуки, потому что это самая имба нам сейчас будет нужна. Так. И делаем тогда просто атаку, и все. По идее. В принципе, должно сейчас все у нас пойти по плану. Но если потом вот этот вот папаня Нацуки будет, то с ним будет самая-самая жопень, как я думаю. Но мне только надо вспомнить мою вот эту вот тактику, и в принципе будет все вообще заебумба. Так, сделаем так, делаем так. Делаем так, и делаем, естественно, вот так. А, то есть за Юри мы пока что ничего не можем сделать. Ладно. Довольно! Я положу этому конец! О, девчата, он изменился, это очевидно. Мне вот интересно, теперь наши эффекты состояния сработают на нем? А, теперь он сам воочию... Ах ты же нихуя себе, тварь ты такая! Такс. За Сайори мы сейчас сделаем следующий. Так, стоп. Протеиновый батончик. Делаем сейчас на Монику. За Нацуки мы делаем наше великолепнейшее кодирование. А за Юри, за Юри, за Юри, за Юри, за Юри. Давайте кекс и за... А, не. Сайори же последний следует, значит... так. Чай. И делаем это на Нацуки. Все, потому что вот эти вот МПхи от Нацуки нам очень-очень будут нужны. Как бы еще на два кодирования мы можем еще разойтись. Если ты не ёбнешь Нацуки. Блин, мне уже не нравится то, что он с легкостью сейчас вырубил Юри. Так, тогда у нас на дамаг идет только Нацуки. И делаем сейчас следующее. Защита, предмет, давайте протеиновый батончик сюда, предмет, кекс мы сейчас сделаем на
Эй, на Нацуки нам надо кекс сделать. Так, кодирование сейчас еще сделаем. Так, поджарим-ка вот этого говно. И я надеюсь, то, что он по Нацуки не ударит. Вот Нацуки — это самая наша имба. Если... Ах ты, сука такая! Так, минус Моника. Давай, Сайори, нанеси ему последний удар. Есть, ура! Блин, мы 0 опыта получили, к сожалению. Блин, я только-только хотел его прибить. Когда он меня... Я не знаю, как он меня переиграл. Он себе начал пополнять ХП быстренько. Потом он меня вообще убил. И я обнаружил такую способность у Сайори под названием «Медвежья хватка», что ли. Я ее видел, но думал, блин, ну это что-то на хил. Ты не можешь убить меня? Не можешь! Это мы еще посмотрим. А, мы сейчас с ним опять пиздиться будем, да? Ну, теперь у нас МПхи полный, и тебе будет полная пиздень. Ты вообще соображаешь, что делаешь? Я сейчас пока что ничего не делаю. Разве это не очевидно? Ты нам больше не нужен, протагонист. Юрий сейчас ему тоже даст люлей. Дайте мне, я сейчас разрулю так, то, что у него ХП не останется ни одного. Ага. Что, как? О, протагонист, ты правда думал, что ты здесь главный? Стоп, а почему у меня тогда, когда я делал вот эти вот все кодирования за Монику, у меня ничего не действовало? Возможно, типа, у Моники открылось второе дыхание, и она как бы смогла пиздюлить протагониста. А? О, как мило, я хочу поблагодарить тебя, ты столько всего для меня сделал, и ты еще упростил мне задачу. Пожалуйста, кем бы ты ни был, отпусти протагониста. Я знаю, что настоящий протагонист все еще где-то рядом. Дайте я немного... Сайори? Ничего не хочешь сказать перед тем, как я удалю тебя из этой реальности навсегда? Вот вам от меня никогда не избавиться. Я всегда буду существовать в ваших мыслях. Я заставлю вас рыдать. Я сподвигну вас на самоубийство. Я буду несподаемой ненавистью. Если вы почувствуете боль, я снова окажусь здесь. Если вам захочется любить, я заставлю вас истекать кровью. Если вы хотите, чтобы я сгинул, то вы знаете, что делать. Если избавитесь от меня, то вы тоже погибнете. Ни слова больше. Прощай, протагонист, я не буду по тебе скучать. Нихуя себе удар за Монику! Вот это я реально сейчас прихуел! Моника, а почему ты, блин, так не палила по нём? В тот раз, когда я, блин... Ну, точнее, вот где-то минут 10 назад, когда я уже был близок к тому, чтобы его прибить, и он просто взял тебе, ой, точнее, он взял себе и пополнил здоровье, а? Какого хрена? Он живой? Разумеется, живой, Сайори. Основной код был удален, и теперь он просто старый добрый протагонист, кем и был раньше. Ух, слава богу, я рада, что мы с ним покончили. Что ж, это было весело. Что нам теперь делать? Ну, думаю, это очевидно. Найт работал, не покладая рук, чтобы зайти так далеко. И судя по их действиям, кажется, я знаю, куда мы должны пойти и с кем. Так, и что? Куда с кем? Да, перезаписать сохранение. Чё-то я не знаю, куда с кем должны мы пойти. От всех членов литературного клуба спасибо. Надеюсь, мы встретимся один на один, Моника. И типа это все? Не, мне вот реально интересно, типа это конец игры, потому что я видел то, что там целые, вот судя по файлам в игре, там будто целые королевства будут, то, что мы будем там миры какие-то исследовать. Там столько всего, там столько спрайтов был, и я не верю то, что это конец. Я просто не... Это что, блядь, реально конец? Стоп. Стоп. Это что, реально конец? От всех членов литературного клуба спасибо, хо-хо. Надеюсь, мы встретимся один на... А, в смысле, там же файлов было до ебени фени. Я думал то, что там сейчас мы... Я не знаю, как в Final Fantasy 7 какой-нибудь. Я когда уж там думал то, что все игра закончилась, а там дальше и дальше и дальше перл прохождение. Я что-то, у меня нету слов. Там еще столько, типа, NPC какие-то там еще, там какие-то еще эти были. Враги непонятно, которых сейчас не было у нас. Я просто не понимаю, что да как. Типа,
Как? Какого хрена? Не, если это реально конец игры, то... Как бы мне игра очень понравилась, но было что-то коротковато. Вот по файлам, которые я смотрел, я уже устал, скорее всего, повторять то, что там я думал, то, что игра будет на дохера-дохера часов больше. Но если на этом все, то я думаю, то, что на этом как раз мы и закончим. С вами был Над. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по такого рода играм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока.